Салям алейкум! Есть что-нибудь хочешь? На. Ешь, ешь, ешь. Ну идите, все, идите. Идите. Все. Ешь, ешь. На. Наливная. Кушай, кушай. Я тебе потом оставлю мороженое. Ты не брезгуешь? Так, понял. Пей. Женщина, 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 вы глухая? Вы глухая, да? Глухая? Иду, иду. Не то, не то. Значит, с тобой нужно разговаривать очень внятно. Ты не бойся, не бойся. Ешь. Я подожду, пока ты поешь. Хорошо. Вот, наверное, в древности, таких как ты, когда нужны были человеческие жертвы, ловили всяких пришлых бродяжек, ну, как ты, бомжей. Наверное, своих им было уже жалко. Но это уже, и это самое, позднее время, переходный период, когда закрадывали сомнения в правильности происходящего. Год назад купила телефон Sony Ericsson, очень нравится, очень компактный, недорогой, цена много функций, маленький, женственный. Ну что, что ты вздыхаешь? Не вздыхай. Ой. Чего? А будет здесь синяя полосочка, синяя полосочка. И вот, вот, вот тут синяя полосочка. А-а-а. И вот тут синяя, вот, угу. Вот, вот. Красиво. Красиво. Понятно. Ты еще и дальтоник, да? Понятно. Пей, пей. Эй, ребята. Ешьте быстрее. Есть что-нибудь хочешь? На.